Это Яго! Покажите яд! Яд покажите! Вы не желаете принять яду? А здесь Гамлет! Но сегодня мы идем... Вот, пожалуйста, вы видите, чем идем? А почему вы держите капусту в руках? Потому что, друзья, плодородная осень на дворе наступает! Так. Урожайная, скажем так, пора! И мы решили задаваться вопросом, быть или не быть, все-таки быть! Урожаю быть. И Дню города тоже. Одинцовцы отпраздновали его масштабно, весело, атмосферно. Главным событием праздника стал красочный карнавал. На улицах города ожили сказочные персонажи и даже шекспировские герои. Важно шествовали Дон Кихот и Евгений Онегин, Снежная королева и Пиковая дама. Тема карнавала – классический театр. Одинцова, с Днем города! Поздравляем! Веселые барабанщики, аниматоры, ритмичные танцы и счастливые улыбки. Все сплелось в единую атмосферу праздника. Участников собрали в три колонны. В одной – герои классических произведений, в другой – те же, но на современный манер, в третьей – бременские музыканты. Карнавальные наряды делали своими руками. В шествии приняли участие самые маленькие жители. Их костюмы были одновременно и яркие, и вкусные. У нас, в принципе, все костюмы, потому что танцы... То есть артисты у нас, музыканты танцуют макароны, танцуют пасту итальяно. Все дружно прошагали от Георгиевского храма до центральной площади города, где выбрали лучший костюм карнавала. Награждается детский сад номер 39 «Жемчужина». Мы решили взять образы бременских музыкантов и постарались сделать это красиво. Так, а вы у нас, получается, кто? Я. А там Анша. Это костюмированное шоу стало юбилейным. Пятый год подряд День города проходит по-карнавальному. Каждый раз новая тема и новые неизгладимые впечатления. Шла вместе со своим сыном в колонне, да, я вижу, сколько радости и эмоций это вызывает у всех участников и у тех, кто встречает колонну. Поэтому продолжаем, заряжаем энергией, больше позитивного всегда настроения и всех с Днем города. Праздник прошел на трех площадках. В новой трехгорке открылся музей шедевров уличного искусства, выступили популярные диджеи и хип-хоп-исполнители. На центральной площади всех жителей поздравил Андрей Иванов. После на сцене зажег король кубинской музыки Роберто Кель Торрес. Жаркая энергетика и чувственное исполнение привели его поклонниц в дикий восторг. Невозможно устоять, спокойно на месте, хочется зажигать. Перейдемся на праздник. Супер, спасибо организаторам, замечательно. В числе первых отмечать День города начали сторонники «Единой России». Они собрались у стелы Центрального парка и показали жителям и гостям города свои мастер-классы. Прямо на глазах из подручных материалов мастерицы делали обереги и осенние букеты. Сейчас мы стоим здесь, где наша «Единая Россия» представляет собой пожилой возраст. Но люди живут, не чувствуя своего возраста. Они очень умело делают поделки своими руками. Вот я показываю этого ангелочка, который мне подарили. Там они есть у нас на столе. Это талисманчики такие. Такой талисман на удачу получил каждый, кто пришел на праздник. Рукодельницы еще и исполнили гимн любимому городу. Поют в ансамбле «Бабочки-бабеночки» уже 20 лет. Говорят, к празднику готовились основательно. Не спали три ночи, шили осенние костюмы. Но когда пришли на праздник, всю усталость как рукой сняло. С радостью пришли. Для вас сегодня будем петь, чтобы песни души вам согреть. Мы живем радостно и вам желаем радости, счастья, здоровья. Музыкальную программу продолжила юная звезда Настасья, лауреат всероссийских вокальных конкурсов и участница проекта «Лучше всех». Настасья говорит, что ко Дню города подарит всем солнышко, веселье и радость. С этим трудно не согласиться. На импровизированной сцене зажгли также танцевальные коллективы. Кокетливые леди впечатляли всех акробатическими номерами. Порцию веселья подарили и современные бабки-ёшки. Мы сегодня в первой половине, я думаю, взорвали всю центральную часть города. Свои эмоции, с хорошим настроением, песнями, плясками. В нашем крыле, рядышком со шпилем, собралось огромное количество народа. И с детьми, и с внуками, и с правнуками. Все были очень рады, подпевали песни, громко хлопали. На центральной площади города состоялось торжественное награждение лучших спортсменов по итогам года. Им вручили почетные знаки за высокие достижения в разных видах спорта. Всего наградили 30 человек. А затем начался большой праздничный концерт, собравший без преувеличения весь город. Поздравить Одинцова с днем рождения приехали любимые артисты. Молодое поколение двигалось под ритмы Артик и Асти и неподражаемого текилы.
В атмосфере всеобщего единства, тепла и позитива прошел 62-й день рождения Одинцова. В масштабах истории город еще совсем молодой, и до столетнего юбилея еще так далеко. Но хочется верить, что и эту дату одинцовцы отпразднуют с размахом. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».